Галину Крутихину можно смело называть ветераном агропромышленного комплекса. Ни много ни мало, целых 33 года трудится в сфере животноводства. На ферму пришла работать еще в молодости. Говорит, в то время трудиться в сельском хозяйстве было престижно, и молодежь охотно шла в эту сферу. Сейчас многое изменилось, но работа по-прежнему не отпускает в другие отрасли. Ну, конечно, да, земля и небо уже более механизировано уже. И самое, конечно, изменилось. Много, много что изменилось. Ну, наверное, то, что мы корму поим, сено выкидаем тяжелое, когда подкидываем вилами. Вот это самое тяжелое. Другой раз уже не можешь, уже сил нету кинуть. Такое сырое, тяжелое. Закидываем. Вот это самое тяжелое, а так, в общем-то, ничего сложного нет. Собрать-разобрать аппарат для доения коров Галине труда не составляет. Дважды в день проделывают эту работу практически машинально. Поэтому участие в конкурсе ко Дню аграриев принимает в третий раз. В прошлом году было второй, в этом уже первой. Участниц всего три. В следующем году организаторы планируют привлечь работниц из других ферм округа. Он проводится с целью показать о том, что у нас все-таки в округе есть сельское хозяйство, да, проводится с целью, так сказать, с целью повышения, да, престижа, да, с целью поощрения лучших работников отрасли, да, животноводческой. Престиж профессии поднимать действительно стоит. Идти работать в сельское хозяйство сегодня решаются немногие. Небольшая заработная плата и физический труд не привлекают молодые кадры. Ветераны отрасли говорят, у округа потенциал есть. И обеспечить себя мясом и молочной продукцией мы можем. В свете нынешних изменений даже во внешней политике все-таки нужно заботиться о производстве собственной продукции. И вот я думаю, даже вот эта ситуация может быть толчком к тому, чтобы укрепить сельское хозяйство, чтобы поголовье крупного рогатого скота нарастить свое. Идеи развивать и ставить на новый уровень сельскохозяйственную отрасль придерживается и руководство региона. Сегодня пересматривается система субсидирования производителей. Планируется строительство нескольких комплексов. Низкий вам поклон за ваш труд, за вашу очень непростую работу. Ну и думаю, что вы, может быть, даже, наверное, самые счастливые люди на свете. Вы кормите других. Спасибо вам. С передачей в полном объеме полномочий от области округа сегодня в округе появляются действительно большие возможности поддержки предприятий и организаций сельского хозяйства. И мы будем строить новые фермы, модернизировать производство, помогать предприятиям перерабатывающей отрасли. Традиционно в День работников сельского хозяйства наградили и отметили самых передовых. Лучшим предприятием животноводческой отрасли признан СПК «Харп». Среди оленеводческих предприятий первое место присудили колхозу «Нярия-Наты». Также отметили лучших оленеводческую бригаду, работника предприятия, телятницу и бригаду по заготовке кормов. Валентина Чибичек, Сергей Качегов, телеканал «Север».